Судили женщину, народ и фарисеи, привели ее Иисусу за решение. Иные уже камни присмотрели, не маленькие камни, покрупнее. Но что он скажет? Ведь все по закону, такие, как она, достойны смерти. Тут уже нет решения другого. Ну-ка посмотрим, что он нам ответит. Она смотрела, он святой, безгрешен. Стоин первый бросил в нее камень. Стеною сзаду стали фарисеи, и камни держат крепкими руками. И вот ответ. Брось, кто из вас безгрешен? И, наконец, на земле писал. И камни выбросил на чаши и старейшин. Ушли, а ну оставлю ее там. Кто осудил тебя, склянул Иисус с любовью? Никто, Господь мой, все уже ушли. И я не осуждаю, но запомни, иди, но только больше не греши. Иисус и фарисей, кто закон? Господь закон нарушил? О, нет, Господь пришел, чтобы закон исполнить, но дал нам новый любви завет. Не те ли мы порой фарисеи, знающие Господа закон? При этом мы рука камни имеем, и грешника чем побольнее бьем. Вместо того, чтобы обнять любовью, умеющие Боги рассказать, понять, прикоснуться чужой болью, и не побить, а из любви поднять. И если мы с тобой дети Божьи, так будем мы похожи на Его. Характер Божий приобрести несложно, не кай себя и в слово ты Его. Аминь.